Христос воскрес! Воистину воскрес! Всем желаю здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Конечно, с большим вас праздником. Праздник из всех праздников, самый большой. Крепкой веры и благополучия в семьях. Сегодня вот мы сели пообедать. Вчера были в гостях, первый день Пасхи у детей. А сегодня мы уже сами, дети, разъехались кто куда. А мы сегодня сели пообедать. Сейчас покажу, что. Второе. Картошечка с маслом, укропом, рыбка, семга на гриле жареная, салатик, огурцы, зеленый лук, яйцо, майонез. Селедочку засаливала, очень вкусная, сама солила, вкусный посол. Мясное, здесь и домашняя колбаска. Копченая грудинка, буженина запеченная. Вот это Колино блюдо. Поглубже, побольше. Помидорки соленые. Хрена немного еще осталось. Ну все. Вино какое-то. Красное. Компотиком запивать будем. За свято. Всех благ вам, всего самого доброго. Коля, возьми хоть руку покажи. Не хочет показываться. Приятное вино. Закусываем. Ну, помидорку. Еще не показала. Вот Пасха. А свячина половины уже нет. Яйца-то. Завтракали, яйца ели. Спасибо, что посмотрели видео. Мы уже пообедали. За пару минут и пообедали. Все, что нам остается. Отдыхать будем. Праздник. На улице дождь. Сплошной немного просветления. Опять дождь. В квартире холодно, хоть бы солнышко выглянуло. Заходите на мой канал, подписывайтесь, смотрите мои видео. И до новых встреч. И всего вам самого доброго. Это пасхальная корзиночка моя. Все сложила сюда. И Пасху, и мясное, хрен в баночке, яйца крашеные, салфеточка вот эта специальная.